Доброе утро всем, друзья. Начинается оно у меня очень рано. Сейчас поедем здесь с Колей в одно прекрасное место, в какое покажу. В общем, ребята, едем. Здесь Коля не замерзайка замерзла. Сейчас освежим. Друзья, всем привет. Немножечко, наверное, стоит внести ясность. Значит, нахожусь я, как вы видите, в своей, так сказать, рабочей машине. Попросили нас приехать с дядей Колей, перевести немного посевного материала, в общем. Вот. На новый сезон. Поэтому вот приехали, взял с собой тревожный рюкзачок, так сказать. Вещей много брать не стал, потому как это буквально на пару дней работы и обратно. Поэтому сейчас должен подойти сын директора нашего. И, собственно, поедем в Чернигов, поэтому постараюсь для вас снять вот такой вот эпизод небольшой с работы еще. Ну что, ребят, потихоньку движемся, уже светло, когда было темно, сейчас светает довольно-таки рано, да, тем не менее уже у нас на часах 8:30, 25 минут. Везде у нас тут ремонтируются дороги, ремонты, но одно радует: дороги делают. Это, конечно, плюс. Большие тут стройки затеяли. Ну, это хорошо. Едем. Осталось нам порядка 90 километров, чуть меньше. Так что скоро, почти, можно сказать, скоро прибудем на место. Дорожники греются. Распалили костер. Греются ребята. Дорожка вроде бы нормальная. Не скользко. Сухо. Ну, местами мокровато, конечно, но в целом вообще дорога хорошая. Хорошо. Буду двигаться дальше, друзья. Вот мы, друзья,
и на месте практически. Сейчас будем ехать на место погрузки. Ну, ребята, мы уже грузимся. Заехал вот такой вот ангар. Грузят там в мешках это все дело. В Чернигове я был один раз. Это второй. Небольшой город, на первый взгляд. Но все-таки областной центр. Будем грузиться. В общем, ребята, загрузили меня. Получился почти полный прицеп. Ну, там не до самого верха, а где-то вот как брезент доходит, так и нагружено мешочками. Вот. Получилось там 10 тонн всего-навсего. Но загрузили. Вот. Такая вот здесь дорога. Но там по трассе будет получше. Сейчас перекусим по гамбургеру. Олег возьмет сейчас. Выпьем кофе и будем ехать на базу. Так, друзья, настроил камеру. Вот даже смотрю в телефоне, дабы было нормально видно. Потому как, конечно, с предыдущим видео немного Артем лажанулся, скажем так. Ладно, будем выезжать, перекусили, будем ехать. Да. Опа, что-то я... Или то ли я уже просто отвык. Водичка ушла. Казалось бы, 10 тонн, а чувствуется. Чуешь? Бачил этого мужика, что на кнопках был? Ну? Он там, походу, самый модный и самый шаровый. Он тупо робив все, чтобы ничего не робить. Это называется самый хитрожопый. Да главное, знаешь, в таком, типа, с таким директорским видом. Я думал, потом, когда он начал поддоны переставлять, я понял, это далеко не директор. Но, слышишь, его директор по имени-отчеству называл, поэтому... А, всех называл. А, всех? Не, ну Васю он называл Васей. Не, Василий, якось там все остальные называли Вась-Васей. Видишь, какой... Трещотка у нас одна не заправлена. А, самая первая. Я прошел уже про этот. Думал. Про бутерброды и кофе.
Итак, друзья, проезжаем по городу Чернігову. Нам тут, в принципе, не слишком долго по ему проезжать, но немножко придется крутануться. Выйдем на трассу, а там уже, как говорится, только дай дорогу. Переезды интересные, такие раньше не встречал, со светофорами. Горит зеленый свет. Туда ехали на погрузку, светился зеленый. Три светофора подряд, три переезда. Оригинально. Промзона какая-то. Предприятия, заводы. Самое главное, мы загрузились, едем обратно. Друзья, еще тут интересный такой круг. Прям вообще классный, мне нравится. Только как на больших грузе его заезжать? Вот это, конечно, большой-большой вопрос. Сделали специально для легковых. Короче, грузовикам типа тут не место. Тут не рады. Давайте, парни, проезжайте, мне тоже надо. Ох, и круг. Кстати, друзья, не забудьте проверить, нажат ли у вас колокольчик и получаете ли вы уведомления о новых видеороликах, так как я по статистике посмотрел, я уже об этом писал в вкладке сообщества у нас на канале, всего лишь 6% подписчиков получают уведомления о новых видеороликах. Поэтому, дабы наш канал развивался и процветал, я надеюсь, вы тоже этого хотите, как и я, нужно проявлять активность. Поэтому проверьте, пожалуйста, кроме подписки, получаете ли вы уведомления о новых видео, дабы их не пропускать. Потому как впереди у нас очень много интересного. Конечно же, не забываем комментировать видеоролики, потому как это еще один очень важный аспект, без которого тоже не обойтись. Но мы будем двигаться дальше.
друзья, вот мы потихоньку уже подъезжаем к Киеву. Вот. Дорога, в принципе, хорошая, нормально. Ну, я в смысле, в плане не скользко. Вот. А так-то она, понятно, хорошая. Итак, друзья, всем привет. Уже утро следующего дня. Значит, очень скользко сейчас. Время у нас 20 минут 9. Я выехал в славный город Яготин. Вот. Дорога не ахти, поэтому спешить я никуда не буду. Я еду на 6-й передаче, и он просто шлифует. Дорога, естественно, не посыпана, не почищена. И как бы, соответственно, спешки никакой не нужно. Лучше ехать аккуратно, потихоньку, как говорится, не спеша. Поэтому двигаюсь, насколько это возможно, предельно аккуратно. Ну что, друзья мои, загрузился я. Загрузился конкретно. Если вам видно, не знаю. В общем, еду я по Яготину. Сейчас уже плюс один. В принципе, температура такая себе нормальная. Можно, в общем, ехать, особо не бояться. Но у меня высокий груз, поэтому не забываем о инерции, да, и прочих вещах, которые присутствуют. Так что надо любые движения делать предельно аккуратно и не забывать об этом. Двигаюсь не спеша, плавно, так как все бывает. Все бывает, но не хотелось бы. Так, пропускаем машинки. Сейчас у нас 11:09. В принципе, движение оживленное. Даже велосипедисты вон едут. Пока всех пропустишь, уже разгрузить успеют. Не дай бог, конечно. Так, выезжаем. Стоят вот такие вот мешочки интересные у меня. 800-килограммовые. Вот. Переключаюсь после... по каждой половинке, точнее, то есть шестая пониженная, шестая повышенная. Я обычно могу перескакивать, но сейчас стараюсь предельно плавно просто ехать. Ну что, друзья, буду двигаться дальше. Так, друзья, в общем, первую ходку я привез, разгрузился. Температура у нас плюс 4 показывает за бортом. В принципе, ничего себе, нормальная температура. Ну что, друзья, перебили мне съемку звонком,
В общем, разгрузился, еду за второй ходкой. Вот, это будет последняя ходка, последний рейс. Вот, значит, надо забрать 34 мешочка. Температура у нас не меняется, слава богу. Не, сразу начала показывать 1 градус тепла уже. Ну, вроде бы, не сказать, что скользко, вроде бы нормально. Подрастало немного, и можно ехать более уверенно, в принципе. Так что буду двигаться потихоньку. Надеюсь, у нас получится сегодня выгрузиться сразу и поехать домой. Было бы очень замечательно. Не хотелось бы разгрузку откладывать на завтра и терять еще один день. Было бы обидно. Ну, посмотрим, как получится. Будешь? На. Оп. Кушай. Снова питомцев подкармливаю, друзья. Собаки-то святое. Ну что, друзья, загрузился, выехал я, еду. Надеюсь, успеем мы все-таки ехать сегодня домой, не будет это тянуться до завтрашнего утра. Не хотелось бы, по крайней мере, растягивать удовольствие, но как выйдет, как получится. Буду ехать, друзья. Ну что, ребята, все, как говорится, грузовые каникулы окончены, едем мы домой, все в порядке, все в штатном режиме. Я надеюсь, вы подписаны на канал, у вас нажат колокольчик, и вы будете смотреть новые видеоролики. Ну а мы пока на отдых.